Всем привет! Наша семья очень любит домашний хлеб, поэтому мы выпекаем по две булочки каждые 2-3 дня. И я решила оставить вам рецепт. На видео я покажу только, как я его вымешиваю, а весь рецепт вы найдете в описании подробнейший. Так что заглядывайте и всем приятного аппетита! Хлеб получается, ну, очень вкусный, очень такой хорошо подходит. И понравится всем, кто любит хлебушек. Совсем не диетичный, так что если вы на диете, этот рецепт вам точно не подойдет. Да, кстати, забыла сказать, что этот рецепт еще и очень бюджетный. То есть по карману не бьет. В наше время это очень важно. Да, очень важный аспект хорошо вымесить, потому хлеб очень хорошо получается. Ну и если его вымешивать по принципу французской булки, вот так вот там, вытягивать, тогда он получится более пористый.